73 за третье место. Ввиду болезни спортсменов победа присуждается Анне Добровской, Польша. Начинается бронзовая четверка турнира. На второй татами приготовится финальный тренер в категории 73 килограмм. Кирокопашвили, Грузия, Максов, Сергей, Туди, Казнов, Дуркун, Выборов. На третьей татаре приготовится финальный тренер в категории 57 килограмм. Ермолаева, Украина, Сандар, Словения, Студи, Васильковна, Белоруссия, Гадерский, Витасили, Грузия, Кремль, Великобритания. Yeah!
каналы снимали, да, но здесь удобно смотреть, кто снимает. Если когда они все смотрели один, да. На татами один победу одержал Владислав Соколов, Россия. И потом призером турнира весовой категории до 53 килограмм. На татами 2 победу одержал Александр Кошляк, Украина. И стал бронзовым призером весовой категории до 73 килограмм. На татами 2 приглашаются Томас Кирокашвили, Грузия. Немая Маждов, Сергия. И судейская бригада. Казнов, Украина. Дудбус, Литва. Выборов, Россия. На татами 3 приглашается спортсменки этой категории 57 килограмм. Марта Ермолаева, Украина. Аня Станга, Словения. И судейская бригада Васильского, Белоруссия, Куташвили, Куташвили, Грузия, Трэмбле, Великобритания. И приготовиться.